Благодарствуем своим районам туризм прогнозный план приватизации мечты на 2019 год. И в соответствии с нашим законодательством мы должны утвердить условия приватизации. Это преимущество. Настоящим проектом предлагается в приложении номер 1 10 объектов приватизации продать на открытом аукционе. И по предварительному прогнозу поступления денежных средств в бюджет Балатовского муниципального района будут составлять 15,6 миллионов рублей без учета НДС. Есть обязательная процедура по размещению информации, да? На официальный сайт, на официальном источнике. Я думаю, что администрация в первую очередь заинтересована в том, чтобы данные помещения ушли за более видно, за более максимальную цену. Поэтому здесь с этой стороны, мне кажется, целесообразно увидеть усилия с работы именно в информированности о проведении, о датах, может быть, порекламировать сами эти помещения, то есть в газетах, в средствах массовой информации. То есть, чтобы максимальное количество участников могло принять в этих процедурах участие. Ну, справедливое замечание, я думаю, мы запишем этот протокол и